Ирина Хакамада выступила на Russian Fashion Week в качестве модельера. Модную коллекцию она создала уже в союзе творческих сил с Еленой Макашовой – Хакама. Удивление и любопытство зрителей создали в павильоне настоящий ажиотаж. Ирина Хакамада встретила публику в манере необычной для модельеров и свойственной для себя – демократически. Она сидела с дочерью в зрительном зале. Ну, мы как Дольче и Габбана. У нас один так, а другой смотрит, какая реакция в зале. А потом я уйду, и мы выйдем. 13 лет в политике, и 13 лет самая сильная женщина в политике. Но если я самая стильная, значит, у меня есть свой стиль. Если я самая, значит, стиль неплохой. Поэтому мы с Макашовой решили это реализовать. Вот человеку, ему трудно вообще жить в тишине в большом городе, а тем более трудно быть тихим, когда вокруг все бурлит, то кризис, то подъем. Вот. А нужно иногда уметь быть внутри себя в тишине, в это увидеть. Это очень просто, одновременно очень элегантно, это демократично по цене. Вы увидите тишину. Символический смысл коллекции. Если ты не можешь сказать ничего красивее тишины, молчи. Оказывается, в самой фамилии Ирины Хакамады заложен потенциал модельера. Хакама в переводе с японского первоначально обозначала кусок материи, который обертывали вокруг бедер. Позднее так стали называться длинные штаны в складку, похожие на юбку или шаровары. Возможно, в будущем так будет называться стиль Ирины Хакамады.
Если ты не можешь сказать ничего красивее, чем тишина, тогда молчи. Цитирует эту мне фразу с тишиной. Потом дальше она мне рисует знак тишины. Посмотри, иероглиф. Говорит, чтобы иероглиф. Посмотри, как трудно, да, постичь тишину. Я смотрю, это чудовищный иероглиф. Это не как человек. Человек очень простой иероглиф. А это просто нагромождение в 5 этажей. А она говорит, вот это тишина. Я говорю, ну и что дальше из этой ткани делать? Она говорит, отталкиваешься от формы. Я говорю, от какой формы? От школьной формы, от стюардесс. Понимаю. И вставляешь иероглиф. У меня впечатление, что тишина состоялась, но как очень мощная штука.